борьба – это вид спорта, который позволяет мальчишкам из простых, небогатых семей заниматься спортом, достигать высших спортивных высот, ну и становиться настоящими мужчинами. Успехи греко-римской борьбы будут такими же, как раньше они были. А раньше ивановская греко-римская борьба славилась по всей России и достигала очень больших высот. Я думаю, что все будет в порядке, и мы вырастем из этих мальчишек настоящих борцов и мужчин. Потащи! Руку не хвати! Не хвати руку! Давай, Гошка, давай! Твой шанс! Твой шанс! Один балл синему. Держать! Держать! Держать, Гоша! Руку за груди! Держи! Держи руку! Руку держи, Гоша! Победа ушла! Гоша, это подарок! Это подарок! Гоша, подарки, Гоша! Посмотри на счет! Это подарок! Во втором периоде все-таки, когда приходилось выходить из туше, это сложно. Здесь, пожалуй, эффект зависит не от денежных средств, а от желания человека, от его активности, от его сил. И побеждает здесь действительно на соревнованиях сильнейший. Очень хотелось бы, чтобы данный вид спорта, он был популяризирован в Ивановской области. Мы, как депутаты областной думы, постараемся, конечно, этому способствовать.